Попросил меня очень влиятельный человек погадать трем женщинам, якобы своим знакомым. Женщины такие красивые, ухоженные, одна в трауре. И тут Ванга меня как спросит: Митке, да что же проституток ко мне привел? Они же за деньги с мужчинами гуляют. Я покраснел. В конце 80-х Ванга становится едва ли не главным человеком в стране. Сотни тысяч людей готовы ехать к ней со всех уголков земли, чтобы услышать от нее хоть слово. А для чего тогда человек вообще живет, бабушка? Думаешь, из-за денег, что ли? Там наверху определяют, сверху нас судят. Сделаешь добро, надейся. Сделаешь зло, жди возврата обратно. Она философствует, говорит с посетителями не только об их личных проблемах, но и о судьбе целых народов и даже стран. 2014. Крупная авария на химической станции. Большинство людей будет страдать гнойниками и раком кожи. 2016. Вымрет Европа. 2018. Новой мировой державой станет Китай. 2023. Изменится орбита Земли.